Сижу и думаю, какие мне овощи выбрать, чтобы поесть вечером? Замороженные или свежие? Вопрос, конечно, интересный. И этот вопрос давно мне задают подписчики канала. Кто еще не знает, вы находитесь на канале Александра Мирошникова. Я, Александр Мирошников, «Странное совпадение». И в нашей рубрике «Что должен знать и уметь персональный тренер?» Мега уважаемый человек. Как всегда, интересная и занимательная тема. Есть замороженные овощи, а есть свежие. Какие выбрать? Времени у нас мало. Вперед, вперед к знаниям. Замороженные овощи имеют преимущество перед своими свежими аналогами и могут храниться в течение более длительного периода времени. Это понятно. Действительно, свежие продукты имеют большую вероятность быть испорченными по сравнению с замороженными продуктами, которые часто имеют расширенный срок годности. Поэтому, конечно, с точки зрения денег, с точки зрения, соответственно, возможности больше использовать замороженные продукты, они, естественно, используются. Интересно, что замороженные продукты часто имеют аналогичное количество или даже большее количество питательных веществ, чем их свежие аналоги. Потому что эти продукты часто собирают и замораживают на пике своей свежести, когда питательные вещества находятся на самом высоком уровне. А вот другие не замороженные, уже мы не знаем, в какое время собрали, соответственно, эти и фрукты, и овощи. Итак, при оценке замороженных овощей люди часто ошибочно полагают, что они питательно уступают и считают, что они не обладают ароматом по сравнению с их свежими аналогами, и поэтому стараются все меньше и меньше покупать их. Интересные отрицательные ассоциации, навязанные индустрией питания. Понятно, что продавцы свежих овощей и фруктов, конечно, пытаются дискредитировать, соответственно, продукты, которые заморожены. Например, картофель приобретается и хранится в свежем или замороженном виде. Вот интересно, я никогда не задумывался. Он обычно не потребляется ни в замороженном, ни в свежем состоянии. Но восприятие свежего или замороженного картофеля или подобных овощей может быть разное. На вопрос, какой же картофель выбрать, свежий или замороженный, мы обязательно выберем свежий. Но есть мы его с вами не будем, а будем его варить и жарить. Останутся ли там полезные вещества, один зев знает. Но выберем обязательно свежий. Отправляю вас к исследованию 2018 года. Исследователи взяли людей и стали подсовывать им то замороженный, то размороженный шпинат, то наоборот размораживали и показывали, что это нормальный шпинат. И каждый раз люди путались, но как только слышали слово замороженный или думали, что это замороженный, ассоциации были достаточно плохие. То есть действительно индустрия, значит, овощей и фруктов навязала, что замороженное все плохое, навязала людям, а вот живые фрукты и овощи, свежие фрукты и овощи – это вот как раз что-то невозможное. И естественно считается, что если ты можешь позволить себе фрукты и овощи свежие, то ты уже богатый, относишься к другому классу людей. Мы видим, эти результаты согласуются с предыдущими исследователями, которые демонстрируют, что превращение пищи из ее естественного состояния приводит к менее благоприятным оценкам этого. Действительно, продавцы фруктов и овощей распускают различные слухи и пытаются как-то удорожить свои свежие продукты. Но мы в основном никогда не едим свежие овощи, в основном их готовим, в основном их парим, жарим, и витамины, минералы остаются ли там, одному Зевсу известно. Если вам фильм понравился, то не забываем ставить лайк и, конечно же, подписываться на наш канал на самые занимательные, веселые, практичные, а главное научные темы. Все, пока! Пока!